Мне кажется, что настоящий друг никогда не полагается на чужую мечту. У человека, который мог бы стать моим настоящим другом, должна быть причина жить без моей помощи. Тогда он всем своим сердцем и всей своей душой будет защищать свою мечту. Он не мешкая сразится за нее, даже со мной. Для меня настоящий друг — тот, кто будет стоять на этом наравне со мной.